Не Львовом единым. Британский Бирмингем вполне мог бы стать его побратимом. Уже больше месяца там не вывозят мусор. На улицах растут горы из мешков. В чем проблема? Расскажет Алексей Пшемыский. Британский Бирмингем утопает в мусоре. На центральных улицах города выросли целые горы мешков, зловонный запах от которых слышно за десятки метров. Люди боятся заболеть, потому что мусорки переполнены. Везде горы мешков. Запах просто ужасный. Мы платим за сбор мусора, но его просто не вывозят. Это неправильно. Из-за дождливой погоды, которую теперь сменило солнце, отходы гниют, привлекая крыс. Санитарные службы просто не успевают обрабатывать мусорки. Всюду стоит просто невыносимый запах, особенно когда начинаешь разгребать все это. Гниющие остатки еды и другие отходы. Это просто пиршество для крыс и других грызунов. Причина бед горожан – забастовка сборщиков мусора. Еще с июня они протестуют против реорганизации работы службы, которую затеяли в городском совете. Пытаясь сэкономить 5 миллионов бюджетных фунтов стерлингов, там планируют уволить более сотни мусорщиков. Мы не требуем повысить зарплаты, мы требуем не забирать нашу работу. Благодаря этой работе мы кормим наши семьи, наших детей. И если ее заберут, как мы будем жить? На помощь горожанам вышли волонтеры, представители местной исламской общины в Бирмингеме. За свои деньги ежедневно вывозят по несколько грузовиков с мешками. Мы стараемся вывозить мусор хотя бы оттуда, где уже выросли просто горы. Это в том числе и огромный вред для природы. Из мешков вываливаются грязные подгузники, там собираются крысы. Конфликт тянется уже почти полтора месяца, и до сих пор коммунальщикам так и не удалось найти общий язык с властями. С сегодняшнего дня забастовать собираются чаще, а это значит, что горы мусора будут лишь расти, как и гнев местных жителей. Алексей Пшембыский, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер».